бой между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим обладателем временного титула в легком весе Дастином Порье рискует не состояться, сообщает журналист Эспнари Эль-Хильвани. На данный момент поединок между Макгрегором и Порье не утвержден, а контракт на бой не подписан. Проблема связана с желанием Порье заключить соглашение на более выгодных условиях. По этим же причинам не состоялась схватка между Порье и Тони Фергюсоном, изначально запланированная на 24 октября на турнире UFC 254. Напомним, что бой Макгрегора и Порье должен 23 января возглавить турнир UFC 257 в Лас-Вегасе.